Бердские спортсмены в числе сильнейших на международной велогонке «Школьник Казахстана». По итогам первого этапа они замкнули тройку лидеров в командном зачете. Главный тренер команды «Cycling Team Бердск» Александр Мамонтов результатом доволен. Спортсмены работали слаженно, четко и очень активно. Добавлю, что бердчане – единственные представители России на этом турнире, а всего в соревнованиях участвуют 115 велосипедистов из разных стран.